встретились с Тимуром. Тимур, здравствуйте. Привет. Которые прилетают из Канкун, около 25 человек. Огромная компания из Узбекистана, Кыргызстана. Ну, они, естественно, все по раздельности, но приедут тихуаны к нам в офис именно отсюда. Так, друзья, идем. Встретились с Тимуром. Тимур, привет. Здравствуйте. Сколько здесь уже? Пятый день. А сколько у вас приехало людей из... 12 человек. Понятно. Ну, дом Пеппи, тут всегда все классно, гуси, утки. Нравится? Да, мне очень понравилось. В общем, сейчас посмотрим, что там за ситуация на границе, в Тихуана или в Мехикале. Ждите новое видео. Мы сегодня движение все изучаем, смотрим, что быстрее ребята попали в политику и оказались уже на той стороне, в США.